Пацаны, извините, я выйти не могу, у меня, сука, ну... У меня Сэм сразу дудосит, сука, микрофон, бля. Сэм, иди нахуй! It was at this moment that he knew. He fucked up. Новый основатель Аризоны. Ярослав, к большому сожалению, вы уволены. Сись, ты! Да-да. Лужи, брат! Тупо баба Брулев на лимузи! Давай, бери! 600к! Ну, бери! Опа-опа-опа-ся! Хуй в ротик, бегемотик! Эй, ара, эй! Сегодня наша цыганская семья зарядит небольшую капусту, бля, через офшоры, нахуй, через Donation Alert. Поэтому, Стас, Валик, держите тряпки, нахуй. Пацаны, ваша задача, придумайте мне имя и фамилию, придумайте мне прозвище, придумайте о прозвище вот этого вот Михаилу, которого вы сейчас видите. На самом деле, напишите в комментарии, как бы вы назвали его, бля! Ведь наше дальнейшее развитие на новом сервере будет именно в таком образе, поэтому обязательно поддержите лайком, если вы хотите видеть своеобразную жизнь бомжа. И, конечно же, напишите прозвище. Лучший комментатор получит от меня подарок. Извините, ребята, бродяги, звонят мой брат, брат звонит, секунду. Да, брат! Салам алейкум. Салам алейкум, как бизнес, как жена? Бизнеса пока нету, жена умерла. Ковер закопали в лесу, злый. Ярик, ты курсишь, что за аукцион контейнеров за 600к стоит чек не на карте? Аукцион контейнеров? Да ладно! 600 тысяч азикоина. Серьёзно? Так это вообще охуенно, да? А, стоп, что? 600 тысяч азе монет? Да. А, я думал 600 тысяч вирт. А. Спасибо небольшой Клименту, который со мной поделился. У меня есть, короче, ебанутая сборка. Мы не будем специально говорить, кто, шо, кого. Именно через эту сборку вы можете реально залетать и ловить все, что вам надо. А ты куда заходишь? На туксу. А ты? На мясо. Джорджор Мани, привет. Но, пацаны, меня зовут все вместе в чат. Джорджио Армани. Тот, кто первый напишет, получит хуй в рот. Брат, что такое? Зульфия идет, кричит. Кто? Семья идет? Зульфия. А, Зульфия, жена пришла. Да. Иди нахуй, эй. Не, пацаны, как бы я и рад, что вы ставите лайки, но вы понимаете, каждый лайк это реально рубль. То есть 1000 лайков это 1000 рублей. 1120 лайков это 1120 рублей. Хорошо, ладно, я просто... А если я сейчас включу игру? А вот сейчас лагает? Нет. А сейчас не лагает. Пацаны, извините, я выйти не могу, у меня, сука, ну... У меня Сэм сразу дудосит, сука, микрофон, бля. Сэм, иди нахуй! It was at this moment that he knew. He fucked up. Новый основатель Аризоны. Ярослав, к большому сожалению, вы уволены. Сись, ты! Открыли сервер, брат, ты зашел? 16 человек заходит! Зашел, брат! Хорош. Бегу! 509! 509-й велик, сейчас, быстро! Словил велик! Какой дом ловить? Какой дом, айди! 205, хуярю! Блять, брат, купили уже вроде. Это мейдог в гости, смотрю. Да, купили. Какой дальше лететь? Мейдог. Мейдог? Мейдог. А что такое? Мейдог. Иди нахуй. Бро, покажи стул мне такой же. Стул? Это я ему подарил, если что. Вот, ну вообще я хуй знаю. Типа, ну, Новый год, там праздник, день рождения какой-то там, то все, Рождество. Позвал всю семью и место сэкономил, если нету. На четверых сразу можно. Дед, коробку нахуй. Пиздец, брат, волосы слетели нахуй. Ой, сейчас. На. Это стрим за 10 лямов. Ты дебил, у тебя там ничего нету. Мадама! Ручки не пи... Микрофон спиздила, кусочек, бля. Мариночка, заходите. Да-да. Кто?
Алло, блядь! Ты дура, открой дверь! Ми открыл дверь. Да, нахуй, чё стучишь? Сука, блядь. Ой, ты песню заказал? О, нихуя! Музыка нас. Все донаты, которые забрал в 2021 году, а это 1384 рубля, я просто откидываю на ебаный донат в Аризону. Блейзер, охуенно! Нет, не надо было. Главное не затупиться. Давай, сука, пожалуйста. Ну давай. Главное не затупиться. Блять, у меня донат сбился. Главное не затупиться. Какая банковская киви кошелек, тварь? Главное не затупиться. Блять, да ты сука, тварь, ебаная нахуй. Ты прикинь, он меня выкинул, блять, вообще. Главное не затупиться. Быстрее, куда ехать? Быстрее, любое место. У меня дохуища доната, дохуя доната, быстро, мужики. Ну ладно, не дохуища, я пошутил насчет. А сколько надо на ларек? Я не знаю даже, как он выглядит. Да мы дога словили, блядь. Внутри ЦР. А что мне, верты все обменивать? Блядь, мопед пропал! Фу, сука, это худшее открытие in the world, блядь. Мэддог в госе. Вы сказали, его купили, блядь! Блядь, вы понимаете, я зашел вот просто сразу зашел на сервер. Я взял мопед. Все было настолько пиздато и все настолько хуё. Ладно, давайте, ладно, все, подожди. Да уйди! Да, я не могу! Блять, сука, шлюха, пидораска, сука, шлюха, пидораска! Хули я сюда приехал, долбоёбка! Давай, 5,6 мультов на руках! Это худшее открытие in the world! Репорт! Лясик, плес! Лужи, брат! Тупо баба Брулёв на лимузи! Да пиздец, лимузин бы уже оставил. Ладно, давайте быстро. Я не... Да, блядь, ебаная сборка, забудьте, что я базарил. Блядь, что это за иконки? Я не выкупаю, что тут куплено, что здесь не куплено. Да я не хочу эту хуйню даже покупать. По 750 тысяч, ну давай хоть что-то купим, блядь. Алло, Ярий. Ну? Мы бар взяли, две особые горники. Понимаешь, а бар, который мы взяли, в нем финка под 100 к. А какой вы бар взяли? 165-й, центр ОС. На мототранспорт лицензию. Я надеюсь, вы поняли, что здесь произошло. Если так, то напишите об этом в комментарии. Если нет, то читайте в комментариях. ПСЖ, ебать, базарит, возьми. Да, взял, ебать, уже еду, брат. Брат, спасибо за информацию, что можно купить без прав. Нормальная инфа. Базарит, типа, да нахуй права, можно на пассажирском купить. Я приехал, хуй, что можно, блядь. 600 к. Ну, бери. А, блядь, 600 тысяч АЗ, нихуя себе, блядь. Ну и что взять? А что это? О. Брать? Это Сенкинг. Но у меня лям 200 еще есть. Что я могу за лям 200 взять? Элегия. Что-то султана я даже тут близко не вижу. Не, ну это красиво, когда ты тупо знаешь. Сервер только открылся, а у тебя уже 2 дома. У тебя уже машина едет, ты тупо в хуй не дуешь, ты тупо едешь и, ну, и наслаждаешься. Реально, вот что делать с аккаунтом, пацаны? Ну вот я на Пейсоне. Смотрите, есть 3 исхода событий. Первое, я нихуя не делаю, я просто забиваю хуй, ну вот как обычно, постримил открытие, что-то словил, проебал бабки, ну и хуй с ним. Есть 2-й вариант. Я начну снимать здесь реальное развитие, вот то, не то, что вот эта жизнь бомжа, вот знаете, там, лишь бы, блядь, снимать. Климент, если словил этот ебанутый бар, с этим можно тоже, типа, будет серички делать какие-нибудь, типа, там... Но это 2-й вариант. Есть 3-й вариант. Людям сейчас подарю по 1 дому. То есть, либо 3 человека сейчас забирают приз просто, либо мы делаем серию по Пейсону, серию роликов, либо я нихуя не делаю просто. Завтра утром выйдет уже 1-я серия. Я сделаю нарезку, как мы заходили на сервер, и продолжу немножко. Реально, я буду благодарен, если вы зарегаетесь на ник Джек Базук. Те, кто будут
На первой странице рефералов здесь только один человек сейчас. Стефан Ашер. Мой ник, если что, Джек Базука. Через две О.